Друзья, всем привет! Неожиданно поиграем в Террарию немножко. Тут вышло большое обновление. Для меня, на самом деле, это все одно сплошное обновление, потому что я последний раз проходил Террарию, ну вот лет 8-9 назад, когда она еще была на самых-самых ранних стадиях. Вот только-только она появилась, тогда первые месяца 3-4, и прям всех порвала, вот своей свободой, и тем, насколько была проработана. С тех пор парочку раз играл, но ни разу не проходил, и с тех пор там появилось огромное количество всего, так что я, честно говоря, даже не знаю, что меня там ждет сейчас. Ну, только какие-то основы. Давайте начинать новую игру. Посмотрим, что здесь у нас с вами есть. Один игрок. Я тут, честно говоря, уже зашел, немножко потыркался, чтобы все вспомнить. Создаем с вами сейчас новый мир. Начнем сначала. Сид мира вот такой. Будет обычный, маленький, чтобы можно было в одиночку нормально играть. И, естественно, чтобы особо не тупить. Ну что, погнали. Там такое разноцветное дерево было. Но у нас прямо сейчас ничего нету. Правда, немножечко монеток подсобрано, потому что я там немножко поубивал слаймов. Класс. С него упало... Че это? Апельсин? Грейпфрут? Грейпфрут с него упал, обалдеть. Мы где-то с вами не в том месте, где я раньше был. Так вот, у меня были стандартные деревья, с которых желуди падали. С этого тоже падает желудь. Желудь и грейпфрут — это сильно. Я такого раньше не помню, не было такого. В принципе, если нужны какие-то подсказки, вот к этому чувачку можно подойти, который здесь гуляет. Он нас будет вначале даже немножечко защищать. Кстати, его каждый раз по-новому зовут. Здесь всякие разные подсказки, некоторые на английском, но в принципе это не важно. У нас на Escape есть крафт. Когда мы с вами собираем немножко древесины, то появляется возможность сделать себе верстак. Соответственно, левой клавишей мыши сделали верстак. И куда-нибудь сейчас установим, чтобы раскрыть следующее окно крафта. Вот, у нас с вами появляется расширенный крафт. Здесь можно сделать из 10 древесины лук, если не ошибаюсь. Где-то он здесь должен быть, сам внизу. Не в эту сторону мотаю, секунду. Вот у нас с вами сам внизу лук. Окей, сделали. Единственное, что для лука нужны стрелы. А вот стрелы просто так мы сейчас с вами, если не ошибаюсь, не сделаем. Так что к этому перейдем немножко попозднее. Давайте сейчас быстренько срубим все, что есть в округе. Во-первых, из древесины можно сделать себе броню. Во-вторых, можно и нужно. Самое главное, нужно построить дом. Потому что ночью, как в принципе и в том же Майнкрафте, приходят зомбари. И если кому-то непонятно, что из себя представляет Террария. Террария — это вот такая вот игра в таком, не знаю, как бы платформенном мире. Про крафт, про выживание. И про, естественно, сражение со всякими боссами, монстрами и прочим. Собирательством. То есть, по большому счету, тот же Майнкрафт, только вот в такой оболочке. Плюс здесь гораздо больше боссов, здесь всякие подземелья прикольные. Здесь это лучше реализовано на самом деле. И, честно говоря, Террария довольно-таки сейчас стала огромной. У нее есть огромная Википедия, в которой все полностью расписано. И, видимо, если я захочу это полностью дело пройти, если, в принципе, на канале зайдет и будут хорошие просмотры, я чувствую, что мне придется на Википедии проводить довольно-таки много времени. Давайте сейчас немножечко здесь с вами это дело так выровняем. Я думаю, что мы до ночи вполне успеваем. Давай-ка, мы с тобой добежим вот сюда до верстака и сделаем с тобой следующее дело. Нам нужно сделать, ну это совсем не обязательно вначале, деревянную стену или земляную. Вот это тоже без разницы, давайте земляную сделаем. Земля у нас с вами имеется. Вот такая вот стена, которая здесь, она предназначена для того, чтобы замостить заднюю стенку. То есть, кстати, совсем недавно играли совсем, ну, примерно такую же игру, но там еще и динозавры присутствовали. Я все планирую продолжить ее, но все руки не доходят. Это для тех, кто понимает, о чем я говорю. Planet Centauri. Очень прикольная игра, похожа на Террарию. Ну, там еще и динозавры и всякие-всякие разные фишки. Очень хорошо сделаны. Кстати, опять же, недавно в ней вышло большое обновление. Вот эта задняя стена, она делает дом домом. Потому что, когда у нас с вами дом без задней стенки, он не считается домом. И там, например, торговцы туда не приходят, если не ошибаюсь. То есть, это обязательное условие для того, чтобы были торговцы. Одно из обязательных условий. Мы же сейчас себе делаем просто так, чтобы продемонстрировать это дело. Дальше просто берем с вами обычную древесину. Вон у нас на пятерочке. Поставим блок сюда. Ну, то есть поставим себе, наверное, фундамент из дерева. Потом сделаем камень. А вот чтобы добыть тебя... А, вот можно при помощи кирки. Хорошо. Ладно, договорились, друг. Давай, нужно их обязательно побить, потому что из слаймов падает гель, а при помощи геля и палочек можно сделать факелы. Факелы тоже обязательно нужно сделать. Здесь мы с тобой быстренько сейчас все замостим. Все-таки, мне кажется, это нужно обязательно сделать. Дом у нас будет невысокий, но со всеми удобствами, если так можно выразиться. Соберем еще немножко земли. Вообще нужно будет сейчас, прям пока еще светло, копнуться вниз, посмотреть, может быть, где-то здесь медь, есть ли какие-то другие руды. И, естественно, их быстро собрать. Так, мы подобрали с вами верстак. Верстак положим дома. Дом нужно будет обязательно расширить, потому что он совсем масенький. И в верстаке можно сделать следующие вещи. Во-первых, это у нас будет обязательно дверь. С дверями здесь гораздо удобнее. Пару деревянных дверей. Давай, разместим одну здесь. Секунду, поближе. А, не разместим, все правильно, потому что нам нужно сначала поставить блок, и потом между двумя блоками разместить дверь, все верно. Да, что это я?
Это же все по-старому. А, на самом деле чуть-чуть непривычно, потому что безумно давно не играл. И руки, ну хоть я сейчас немножко так за кадром поигрался, чтобы все вспомнить. Но руки еще не привыкли, так скажем. Еще гель, еще монетки. За монетки можно у торговцев потом всякое разное покупать. Опять же, мне кажется, что нужно обязательно сейчас поднять еще повыше потолок, потому что так слишком низко. Сделаем парочку факелов. Давайте, наверное, желуди вот это все сюда пока что положим. Факелы поставим обязательно. Секунду. Один вот здесь. Факелы нужно обязательно на что-нибудь опереть, потому что вроде как вот просто так на заднюю стенку я их... А, могу поставить. А правой клавишей мыши забираем. Ну ладно, нормально. Теперь, просто для удобства, для красоты, мы можем себе сделать здесь, например, стол. Деревянный стол. Сделаем здесь себе стульчик. Шикардос. Все, это готово. Можно сделать себе табличку, знак. Куда-нибудь поставить его временно вот сюда, воткнуть. Что-нибудь там написать. Вот так вот пускай. Договорились. Но, естественно, это никто не сможет прочитать, кроме вас и меня, потому что здесь никого, кроме меня, не будет. Это у нас с вами самые-самые базовые основы. Дальше что мы с вами делаем? Я обычно предпочитал делать дом вот таким, смотрите. То есть я сейчас сделал одну первую комнату. Я обычно предпочитал делать вот так вот. Сразу хлоп, и пошла вторая комната. То есть, почему бы нет? И здесь у нас с вами будет, например, мастерская. Опять же, естественно, где-нибудь вот здесь я, наверное, в первую очередь... Да, в первую очередь я вот это уберу отсюда, да. Все правильно. И сделаю здесь ступеньки вниз. А, вот деревянные платформы, естественно, не лестницы, платформы, я совершенно забыл. При помощи них можно выбраться там из любой шахты или куда угодно запрыгнуть. Соответственно, мы сейчас с вами вот здесь вот это выкапываем. Потом ставим где-нибудь вот здесь платформочку. Вот таким вот образом. И на нее можно запрыгивать, с нее можно спрыгивать. Таким образом можно здесь, естественно, путешествовать. Но чтобы ко мне не забирались в мою шахту всякие агрессивные твари, мы ее с вами, естественно, застроим. Началась ночь, и у нас с вами появились зомбари там наверху. Можно, в принципе, высунуться с ним, повоевать немножко, но, типа, такое занятие, на самом деле, не самое лучшее, не самое безопасное, так скажем. Тем более мы с вами, ну, через двери нельзя ударить, тем более мы с вами без брони. Я лучше пока что спокойно ночку покопаю, докопаю себе достаточное количество ресурсов, и мы с утра с вами продолжим. Так, пошла хорошая музыка, это значит, что на улице уже утро. И я под утро нашел здесь чуть-чуть свинцовой руды. Плюс я нашел здесь довольно-таки большое количество глины. Ладно, пошли потихонечку вперед. Опачки, вот это круто. Вот это хорошо мы с вами нашли. Скрытый, как мне туда попасть? Я не могу здесь пробить, что ли? Ладно, хорошо, мы вот так вот с вами сюда пройдем. Тайничок. Тайничок, это очень хорошо. Опять же, раньше таких... Я все время буду говорить раньше, так что лучше, да, что забить. Забить про это дело, про раньше, потому что это было супер давно. А, бумеранг, стрелы, зелье возврат, это хорошо, зелье железной кожи, факелы, серебряные монетки, древесина. Больше здесь ничего, в принципе, не было, да? Сам сундук тоже можно, кстати. Или его нельзя добыть, я не помню. Кстати, аккуратно. Нужно гадов добить. Все, отлично. Так вот, сундук вроде тоже можно добыть, нет? Да, сундук можно добыть, замечательно. Мне очень интересно, что там внизу под землей, потому что если мы сейчас туда начнем спускаться, есть шанс, что в принципе мы там найдем то, что нужно. То есть я имею в виду, мы здесь найдем с вами какую-нибудь руду. Главное, да, вот так вот не разбиться, и все будет хорошо. Смотри-ка, елки-моталки, здесь еще и эти самые, какие-то хоромы, какая-то дверь, класс. Прикольно, может какие-нибудь гоблины здесь жили? Хорошо, веревки. Еще сундук. Жезл листьев. Используется древесина, помещает листья. Жезл живой древесины, зелье подводного дыхания, зелье возврата, серебряные монеты. У, нам прям везет. Классно, заберем. Здесь что у нас такое? Это, я даже не знаю, живой ткацкий станок. Слушай, прикольно, стул из живой древесины. Для меня это прям такой шок. Это вот точно раньше в игре не было, когда я играл. Секунду, мы сейчас с вами... Я все равно буду это повторять. Давайте сделаем немножко платформочек. Но, в принципе, я думаю, что можно вполне вернуться домой, потому что мы с вами собрали же немножко свинца. Я, правда, не помню, можно ли что-то из свинца делать. Сейчас заодно и проверим. Плюс довольно-таки много собрали как раз геля. Можно будет потом сходить в другую сторону. Там еще немножко поискать. Все, почесали домой. Кстати, зелье возврата. Давайте жахнем одно. У нас с вами 8 штук. Посмотрим, что нам это даст. Прям к дому. Идеально. Закрывай дверь. Смотрим. Крафт. Мы можем наконец-то сделать печь.
Делается она как раз из факелов, древесины и камня. Все, вот теперь понятно, как она делается. Печь у нас пойдет с вами вот сюда. Теперь в печи мы можем это дело все переплавить. Хорошо, только один слиток и все. Ладно, договорились. Что-то как-то маловато будет. У нас с вами, кстати, для лука уже есть стрелы, то есть можно их использовать. Все, я нашел, смотрите. Вот. Чуть мимо не пробежал. Медная руда. Надеюсь, ее здесь много. Причем вот совсем рядом с домом оказалось, да? Вот о чем я и говорю. То есть побежал в одну сторону, не нашел. Лучше там не продолжать бежать дальше, а пытаться вернуться, может быть, сходить в другую сторону, может быть, там есть. Ее здесь реально много, нам этого хватит. Здесь сразу пошла еще и свинцовая руда. Эй, верни, пожалуйста, ты что творишь? Сразу пошла свинцовая руда здесь. Камень, свинцовая руда. И опять камень. Что-то как-то ни черта не получается добыть нормально. Только медь и все. Я сейчас думаю, может быть, подняться, немножко покрафтить, ну, то есть, немножко дом сделать. А так я, кажется, куда-то докопался. Смотрите-ка. Во-первых, изменилась музыка, стала более тревожной. Во-вторых, свинцовая руда пошла. Все хорошо, мы нашли свинцовую руду довольно-таки мало. Я хотел сказать много. Еще камни здесь были. А я могу сейчас вот воду здесь застроить, в принципе, чтобы вот это добыть можно было спокойно? Да, могу, хорошо. Что это там такое сейчас, я не очень понимаю, но сейчас проверим. Пожалуйста, свинцовая руда. Ну ладно, хотя бы свинцовая руда, это хорошо. Таким образом, мы с вами сможем сделать себе, естественно, как я и сказал, наковальню. Ладно, давайте вернемся домой. О, здесь ночь, хорошо. Фух, я оттуда выбрался, это хорошо. Здесь что такое? А, костер, его можно зажечь. Но, мы с вами плавим свинец, хорошо. Дальше, медь. Я могу сделать зачарованный бумеранг. 13 урона ближний бой, 4 шанс критического удара, очень высокая скорость, очень сильное отбрасывание. Материал. Подожди, это из-за того, что я подобрал упавшую звезду? Амуниция исчезнет после рассвета. Да. Да. Все понятно. Ну ладно, хорошо, пускай будет. Хорошая штука на самом деле, очень мощная. То есть мы с вами можем вот таким вот образом сейчас воевать. Давай немножко здесь чуть-чуть подсветим. А зомбаки на самом деле довольно-таки жесткие, поэтому... Как видите, штука полезная, реально. Итак, мы с вами таким образом сделали слитки. Теперь идем дальше. Идем сюда, возвращаемся, делаем свинцовую наковальню. Зергут. Свинцовая наковальня должна поместиться. Должна поместиться вот здесь вот. И теперь здесь мы можем свинцовую дверь сделать, но это не самый главный унитаз. Железная цепь, дистанция 3. Железную цепь. Мы можем наконец-то сделать себе медную броню. У меня прямо сейчас все-таки деревянная, я решил сделать, потому что я уже один раз умудрился умереть. А из всей той глины, которую мы с вами насобирали, можно наделать кирпичей. В принципе, глины там еще предостаточно, зато из кирпичей, как понимаете, можно уже построить очень такой добротный домик, который будет очень презентабельно выглядеть. То есть не вот эта фигня, которая у нас с вами стоит, а действительно хороший дом. Это все нужно собрать. Спокойно. Отсюда пойдет вот такая лесенка на второй. Слушай, какой класс. Здесь просто поставим платформу, таким образом мы сможем подниматься, опускаться. Все хорошо есть, это работает. Соответственно, печка, наковальня, верстак пойдет куда-нибудь вот сюда. Дальше, я думаю, что вот здесь вот как раз будет хорошо смотреться сундук. Вот такого типа. Рядом с наковальней ничего, в принципе, стоять не будет. Ну, можно было бы стол поставить, но нет, сейчас этого делать не буду. Плюс мы с вами, я просто не помню где, вот здесь, да. Деревянную, как раз, каменную стену мы можем сделать вот здесь вот. И сейчас попытаемся заменить вот эту стену на... Вот, прям видите, она сразу вышибает и ставит вместо себя каменную. И таким образом можно уже земляную, то есть нашу землянку убрать. Сделать нормальную каменную. Красота. Так, я сейчас еще продолжал копать, у меня тут за окошечком упала еще одна звезда, падающая звезда. При помощи нее, естественно, мы с вами, как уже выяснили, можно зачаровывать некоторые вещи. Это круто. Слушай, хорошая штука. Я про бумеранг, естественно. Иди сюда. Отлично. Серебро. Ну, это так просто, монетки, это неинтересно. Нам это не так шибко нужно, а вот звезду нужно подобрать и успеть до утра что-нибудь сделать с ней. Все хорошо с ними разобрались. Немножко подзаработали. Взяли упавшую звезду, все, пошли обратно. Темно тут у вас. Но мой бумеранг с вами зачаровали, больше ничего сделать нельзя, да?
Ну ладно, то есть хотя бы я показал, как сами звезды здесь получаются. На самом деле, довольно-таки неплохо с вами сегодня погоняли, разобрались с основами, разобрались с крафтом, построили себе первоначальный домик, сделали, что мы там сделали? Сделали себе пока что только медные сапоги. Нужно мне сейчас будет залезть на Википедию, посмотреть, что здесь еще нужно, но, скорее всего, просто нужно копать. Здесь нужно реально прям очень много, очень усердно копать. То есть я уже провел где-то часа два с раскопками, вот сегодня буквально, и это еще не предел, это еще минимум, который мне предстоит провести там. Это, на самом деле, скорее всего, копать здесь часов 20, а то и 40 предстоит, то есть как минимум, чтобы нормально себе обзавестись ресурсами. То есть пока что на этом все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Посмотрим, какая будет реакция, зайдет, не зайдет. Будет ли интерес смотреть эту игру. Если да, то продолжим играть. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.